Сначала Уизгет переиграл. Модрича здесь за счет смены движения хочет уйти. Оскар Вахаля бежит, Колумбиев. Ну и Вальверде пришел на помощь. Не проиграл его Куртуа. Карвакаль великолепен вообще пока в первом тайме, если кого-то и выделять, обычно как-то обращают внимание на действия игроков атакующей линии, забывают о том, что сегодня защитник Карвахаль, как мне кажется, по этим 38 минутам выделяется, среди прочих. Мы предполагали, что главная дуэль это Винисиус Трент Александр Арнольд, а у нас специально получается на противоположном фланге по диагонали. Уйдет и Карвахаль соперничают друг с другом. Фабиньо удержал мяч. Стеночку сыграл с Хендерсоном. Хендерсон дальше на Салаха. Здорово сыграл, ну и Милитао не позволил как следует пробить Садио Мане. Угловой, угловой, и будет подавать Мане крупным планом, подача.